Сама по себе. Посмотрите, у них есть пропагандисты, не безразличны к судьбе своей страны. Страшно подумать, какие силы сейчас рвутся к власти. Мы знаем некоторые следы, которые они оставляют. Недавно в Верховном Совете проходило слушание о русофобии, когда были приведены огромное количество фактов, целенаправленно направленных против нашего народа. Это поток, ведущий в церковь, а нам это тут не нужно. И всякий раз, когда Верховный Совет занимал патриотическую позицию, бывший президент блокировал это, пытаясь наложить свое право вето. Эти силы, стремящие уничтожить наш народ, расчленить нашу страну, сделать нас сырьевым предателем. Дорогие друзья! Скажите, пожалуйста, вы, у вас нет сведений? Вот сейчас мы стояли там у того дома, в вашу сторону пошел взвод, примерно. Нам сказали там, три, что вы мы и по пути следили. Пока вы такой карты не видели. Понятно. Скажите, пожалуйста, а если, конечно, можно, сколько тут человек под вашим началом находится? Вы знаете, лучше бы не говорить. Да, понятно. Честно. А есть какая-то надежда, хоть какой-то? Да, я считаю, что есть, иначе бы не стояли здесь. Я считаю, что есть, иначе бы здесь не стояли. А то, что почему-то оцепление не видно, с чем? А это разве нет? Нет, там ОМОНовского какого-то. А какая разница, ОМОНовский или милиция сейчас не пропускает? К нам же людей не пропускают от метро. Я пытался зайти от метро. Стоят. Вас пропустили спокойно, нет? Да, идти. Мы вот туда проходили. А? Мне не пропускали. И сказали, что этот дом блокирован. Ему проходить нельзя. Хорошо, я знаю. Я говорю, это пытаюсь с другой стороны, с третьей стороны зайти. Я говорю, спасибо вам за информацию. Я говорю, я знаю, как мне зайти. Правильно? Зашел с другой стороны. А здесь меня не пропустили они. Скажите, пожалуйста, а
Вы, очевидно, бывший военный? Да. А офицер запаса. А почему такой традиционный, может быть, вопрос, но, может быть, интересно, почему вы здесь? А деваться некуда. Я рабочий, призывающий, работаю. Жизнь хуже. Надежды нет больше никакой. Ну, кто сейчас живет? Кто не работает? Согласны? Вам Библию приходилось читать? А я работаю, ну, раньше вот я получал, допустим, да, у меня раздел 6 высокий, 300 рублей, на 300 рублей купить будет много. Сейчас мне надо 300 тысяч платить, чтобы уровень жизни был такой же. Мне сейчас этих денег, естественно, на заработок мы меньше намного, естественно, жизненный уровень упал. А надежды на то, что вот сейчас живут лучше и больше, кто перекупает, а не тот, кто работает, правильно? Вот сидят в коммерческой лавке, он купил за рубль, продал за два. Он живет лучше, чем я. А кто работает, тот живет хуже. Согласны? Вот сейчас поэтому наступает я здесь. Антихрист. Сейчас наступает антихрист. Это все в Библии сказано. Это все в Библии сказано. Хотите, самый первый экономический закон в Библии сказан. Деньги не должны идти в рост от денег. А у нас на этом структура государства строится. Они, шумейки и прочее, за границей своих содержат свои семьи. За счет кого-то, за счет нас, простых людей. А как вы думаете, если сейчас сюда пойдет ОМОН, он стрелять будет? Я не знаю, ситуация покажет, но если по пьянке чего не наделаешь? Господи, ну, у нас здесь сухой закон, между прочим. Да, у нас здесь вот, никто не пьет. Только если кто выпьет, тут же выводим. Чтобы выводим. Не было никакой провокации. Да, если что, где-то вот смотрите, свату, где-то вот что-то, понимаете? Вот это зона нейтральная, здесь не будет ни стычек, ничего. Если не пойдут, мы отступим. Мы отступим вот за ту баррикаду. То есть людям еще дадим возможность. Ведь народ-то с этой стороны, с той стороны никого народа нет. Никого. С той стороны милиция, ОМОН, которая защищает не программу, никого не защищает конкретно человека Ельцина, который, в общем-то, должен просто под суд подходить по всем статьям. По всем статьям. Ну а оружия у вас нет? Нет, почему? Нет, ни в коем случае. У меня нет. Вот оружие, и хотите покажу, я своим оружием горжусь. Я его уже сегодня показывал. Вот мое оружие. Вот мое оружие. Потому что я здесь не конкретно депутата защищаю, я здесь потому, что это нарушение библейских законов. Ну вот видите, это нарушение библейских законов. В открытом тексте это просто видно везде и повсюду. Пророк Исаия такой был, там, по-моему, 38 стих, не помню главу, к сожалению. Там написано, что придет время, когда люди, которые получали образование бесплатно, сделают образование платное. Когда люди лечились бесплатно, которые лечились бесплатно, и они сейчас лечат бесплатно, сделают лечение платное. Это не мной сказано, это написано в Библии. Это все в Библии. Самая мудрая книга. Вот вы знаете, чтобы дом построить, надо институт специально закончить. А чтобы государством править, что надо? Это надо как минимум... Обком нужно закончить, как Ельцин. Обком – это даже это не структура, это была контора в системе. А вообще надо изучать Библию. Это есть закон жизни Библии. Это закон жизни, против которого неоспоримая истина. Не убий. Вот что сейчас тут примерно с той стороны будет. Ведь мы нападаем. Обратите внимание, на нас нападают. И ведь Ельцин в свое время вылез за счет власти Советов президента. И смотрите, как всех обманул. Вот эти депутаты, как он все время привык ругаться на депутатов. Их ведь, между прочим, за каждым депутатом 200-300 тысяч человек, а то и больше. А то и больше. Чтобы женщине добраться из Владивостока, вот она выступала здесь, она только своих денег заплатила 190 тысяч. А там собирали очень много денег, чтобы там 2 или 3 человека... Врать не буду, я точно не знаю, сколько надо. Но только вот своих денег она столько... Все свои деньги утратила. И еще сказала, что денег давали, там собирались люди, чтобы сюда им как-то добраться. И поддерживает Ельцина исполнительная власть. Но это естественно. Исполнительная власть. То есть другие директора, президенты и так далее. Ведь вот простой-то народ, он не относится. Хотите притчу, если у вас время есть? К
сожалению, нет. К сожалению, нет. Иисус Христос притчами говорил, я под него, конечно, не кашу, но одна притча есть интересная. Это вы какую имеете в виду? Я не из Господа Бога притча, а из нашей жизни. Например, едет в машине несколько водителей. Но один пьяный за рулем, а другие ему говорят, вот так ехать нельзя, и так ехать нельзя. А так как он исполнительный, а он, я поеду по всем буеракам. Ему говорят, ну ведь машина же сломается в лучшем случае, а то и по балам развалится. Нет, пока я за рулем, я поеду так, как мне лучше. И вот плюя на всех, Он едет по буеракам пьяный. Спасибо. Стоп. Просто пленки мало. Я понимаю. Я здесь когда-то, ну не в это время, а вот прошлые вот были дела всевозможные. Люди пропадали, оказывается, без вот сейчас мы подходили и говорили. Мы списки составили, чтобы потом хоть как-то друг о друге. Дела очень... Тоже горят. А так не горят. Мы просим вспомнить, что мы русские люди, и не выполнять преступного приказа преступника президента. Дамте вам! Вот если вы будете разбить, ребята, так будет война. Ребята, будьте молодцами, не воюйте против своих. Вы прибыли сюда по собственной инициативе, или вам вас кто-то вызвал сюда? Это служба наша. Мы здесь контролируем обстановку в плане обращения за медицинской помощью. Только вот это. Понятно. И долго здесь находитесь? Ну, как все началось. Бригада меняется, а постоянно мы контролируем ситуацию. И обращений много? Нет. Единично и, как правило, обслуживаем амбулаторно. Вот это отпускаем домой. А в ближайшее время, как вы думаете, что-нибудь, какие-нибудь обращения еще будут в обольном порядке? Нет? Трудно сказать, конечно, но мы готовы ко всему. Спасибо. Но трогать их нельзя. А кто нарушил закон? Кого? Кто собрался в Белом доме? Проливать кровь нельзя, никому не дано. Это антихристианство. Во главе государства алкоголь. Не надо по всей системе. Я оставлю при себе это мнение. Это невозможно. Я говорю не о том. Это невероятно. Я сейчас президент, я просто оцепил это, но не трогал. Ни в коем случае. Зачем? Никто не собирается. Чтобы не было беспорядка. Он не защищен.